В создании этого выпуска не смогла принять участие наш корреспондент Елена Портнова. И причина очень уважительная и почетная. Она с утра пораньше отправилась в Казань на финал республиканского конкурса журналистов «Человек и природа-2013». Ее пригласили на торжественную церемонию награждения победителей, поскольку репортажи Елены были признаны жюри одними из самых актуальных и вошли в тройку лучших работ, присланных на конкурс. Стоит отметить, что тема бережливого отношения к природе и охране окружающей среды близка Елене Портновой. И это не будет сильным преувеличением, если сказать, что ее бескомпромиссные сюжеты в свое время помогали реально улучшать экологическую ситуацию в нашем городе и районе.